Всем доброе время суток. С вами канал Вуха 54 и я Владимир. Показывал я в одном из видео, как сделать на фасадах по краю кромки вот такие вот кубики. Ну, можно пирамидки, можно сделать кубики. Вот. И в том видео я показывал, как это сделать по разметке. То есть в ручном режиме заготовки размечались по 2 сантиметра карандашом. Там было 6 заготовок, а здесь их 60. Вот. Поэтому нет смысла размечать каждую заготовку. И сегодня я покажу вам, как сделать это по позициям. Но заготовки все равно придется разметить. Только центр. Вот все заготовки. Размечен только центр. И линия перенесена на нелицевую сторону. Эти заготовки с длинных дверок. Делать буду это все для прихожки. Материал дуб. И заготовки надо перегнать вот такие вот кубики, чтобы шли по кромке. А это очень много. И поэтому было сделано две позиции. Правая. Вот обыкновенное сверлышко. Это сверлышко ложится в паз, так как паз V-образный, и проблем нету. Круг V-образный паз ложится свободно. И просверлено два отверстия на расстоянии 2 сантиметров. Вот одно отверстие и вот второе отверстие. Просверлено от центра, конечно. Вот. И с той стороны сверлышко вставляется вот так вот. И делается левая сторона, потом перемещается в другую сторону, вот, и делается правая сторона. И таким образом мы обойдем эту всю разметку. Я не буду показывать, как я буду гонять 60 заготовок этих, чтобы не отвлекать у вас время. А покажу вам на пробниках. Также размечены пробники. Вот. Мы их сейчас и прогоним. Первое устанавливается по центру и делается сначала центр. После того, как был сделан центр, устанавливается любая, хоть правая, хоть левая позиция. Ставим сверлышко сюда. Вот так вот. И этот паз спокойно находит на сверлышко, и оно не качается. И таким образом продолжаем. После того, как отработалась левая сторона или правая, переносим сверлышко на другую позицию. И делаем следующую сторону, также от центра. И таким образом все у нас ровненько. И не надо никакой разметки.
Ну а дальше здесь все так, как я показывал в том видео. Называется оно «Интересные фасады». И ссылку оставлю под этим видео. И все вы поймете, посмотрев его, если кто не видел. А кто видел, тот уже, скорее всего, понял. Если даже вот так вот приложить, вот, можно посмотреть, то все абсолютно одинаково. А на этом все. Всем удачи. До встречи.